Уважаемые зрители, время идет, а мы все продолжаем получать печальные новости из мира кино и телевидения. Так буквально несколько минут назад все российские СМИ облетела печальная новость. Врачи спасают российского актера Александра Устюгова. Александр Устюгов – режиссер, актер театра и кино. Всероссийскую известность ему принесла роль Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Устюгов также известен своими работами в таких фильмах и сериалах, как «Отцы и дети», «Чума», «28 панфиловцев», «Союз спасения», «Викинг». На данный момент состояние актера врачи оценивают как средней тяжести. Актер находится в больнице под круглосуточным наблюдением. Подробности его госпитализации нет. Известно лишь, что знаменитости стало плохо. Александра Устюгова госпитализировали в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. Звезда сериала «Ментовские войны» жаловался на сердце. График артиста расписан на месяцы вперед. Он работает буквально на износ. «У меня прекрасная профессия, которая позволяет примерить на себя огромное количество разных специальностей», — говорит он об актерстве. В недавнем интервью актер рассказывал, что совсем не следит за своим здоровьем. «К врачам обращаюсь нечасто. Наверное, это неправильно. Нужно делать какие-то медицинские обследования, следить за своим здоровьем. Но мне лень», — признался он. Состояние Александра оценивается как средней тяжести. В медучреждении актер проведет несколько дней. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!